Активисты волонтерского центра Одинцовского округа посетили приют для животных в КАФ в деревне Малые Веземы. Вместе с депутатами и вице-президентом торгово-промышленной палаты Московской области Игорем Шиповаловым они передали приюту 15 мешков корма, а также коврики и санитайзеры. Как сообщил депутат окружного совета Вячеслав Киреев, сейчас в приюте содержится более 300 собак и 40 кошек. Он добавил, что предыдущая благотворительная акция проводилась в феврале этого года в рамках реализации проекта «Единая Россия. Чистая страна».